самый теплый район Приморья – Хасанский. К нему относится и самый южный остров России – остров Фуругельма. Первый населенный пункт – военный пост Славянский – был основан в 1869 году. В 1939 в память о герое Хасана территория получила свое современное название. Сегодня Хасанский район – туристическая мекка края. Каждое лето на пляжах здесь отдыхают 120 тысяч человек. Едут со всего Дальнего Востока. Еще 40 тысяч человек ежегодно приезжают в составе экскурсионных групп. Самая востребованная экскурсия по морскому заповеднику.